Приветствую всех зрителей, с вами Мэрл Дэн, и сегодня мы пройдем такую игру, как Slender 2D. Да, теперь наши кирпичи будут в 2D формате, и мы начинаем играть в каком-то страшном черном лесу. И играем мы, как и в оригинальном Слендере, молодой девушкой из полиции, которая пришла в этот лес, чтобы расследовать исчезновение маленьких детей. Но у меня возникает сразу вопрос, почему она пришла сюда одна? Почему она не вызвала спецназ и ОМОН? Ведь в этом лесу обитает страшный монстр. Ну, видимо, у нашей девушки отсутствует логика, но зато присутствуют стальные яйца, и поэтому она такая храбрая, таким неспешным шагом идет вперед, прорывая эту тьму. И мы нашли нашу первую записочку. Да, тут такая же задача, как в основном Слендере, собирать все эти записочки. И вот, мы услышали какое-то странное завывание, значит, Слендермен уже к нам приближается. А мы все идем, мы идем. Управление здесь осуществляется на стрелочках. И, кстати, мы можем с помощью мыши освещать себе путь фонариком. Ну, благо, фонарик у нас есть, надеюсь, он не закончится, иначе будет это очень плохо. А мы все идем. Какие-то страшные звуки и странная атмосфера. Вот еще одна записочка, вторая. Давайте-ка заберем ее. А мы все идем, мы идем. И Слендера что-то нету. Что-то он, мне кажется, сейчас как неожиданно выскочит, что мы аж наложим сотню кирпичей, но. Слендер не появляется какого-то фига. Слендермен! Слендермен, где ты? Я хочу тебя увидеть, но что-то его здесь нету. Как-то это все странно, дамы и господа, но мы все идем. Ага, вот ты, Чупакабра, я так и знал, что ты здесь появишься. Нужно как-то от него отойти, чтобы он исчез, и потом только тогда продолжить путь, так сколько ж можно стоять там. Он с той стороны подошел. Давай, беги, Форест, беги, почему ты так медленно идешь? Ну, наши девушки, как вы заметили, абсолютно пофиг на то, что здесь находится Слендермен. Она даже не усилила дыхание, она просто таким неспешным шагом идет. Чертовая бабайка. Так, отойдем. Он совсем уже был близко. Еще чуть-чуть бы, и мы бы проиграли, но вроде бы он исчез. Все, путь свободен. Идем дальше, дамы и господа. И, кстати, мне кажется, эту игру сделали для ювелиров, потому что посмотрите, в каком окошке я играю. Да, посмотрите на вот это соотношение мышки и окошка. Это просто пипец. И мне сейчас очень приходится сильно напрягать на глаза, чтобы вообще хоть что-то разглядеть в этом мраке. Но мы нашли хотя бы третью записку. 3 из 8, уже неплохо. И мы все продолжаем идти и идти. А Слендермена все нету, и страшные звуки какие-то появились. Или они были раньше. Мы все идем. Проходим эти страшные. Ох ты, сволочь, такая опять тут появилась. Смотрите, он со всех сторон стоит. Как ты это делаешь? Чёртова магия телепортации. Магия телепортации — лучшая магия в мире. Чёртова Слендерменщина. Мы все идем. Ох ты ж ты! Нехороший человек-то длинный. Похудел, видимо, каши мало ел. Да что ж такое? Так, отходим. Ну, ух! Это ж чёртова фигня, чуть на нас не съела. Отойдем подальше, отойдем. Давай. Черт побери, эти звуки совсем уж не внушают доверия. Едить, колотить, как страшно-то становится. Ладно, идем вперед. Все вроде бы хорошо. Вроде бы Слендермен нас еще не забрал, хотя я чувствую, это скоро произойдет. Итак, мы все идем, и ничегошеньки я не вижу. Давай, девчуля, ты сможешь! Ты найдешь все эти чертовы 8 записок и уйдешь из этого леса! Давай, иди вперед, только вперед. И вот еще одна записка. Интересно, какая она по счету? 4-я. Мы собрали половину записок. Это же просто чудо, чудес. Хотя, чем больше записок у нас есть, тем быстрее Слендермен на нас охотится. Это не слишком хорошо, но опять это Чупакабрина. Так, отойдем, пожалуй. Так, он ушел, похоже, ушел. Слава тебе, Господи. Его больше здесь нету. Ну, да что ж такое? Что это за чертовы помехи? Отойдем, пожалуй. Итак, Слендермеша тут нету, идем дальше. Да сколько можно появляться? Уйди ты, мерзкий, тощий гад. Так, отойдем, да. Нет, это просто невыносимо. С какого черта ты везде появляешься? Давайте-ка идем. Что же тебе, черту помехи? Мне кажется, сейчас нас поймают. То есть засело, что это сейчас было? Черт тебя побрал. Страшные непонятные тени бегают здесь. Но мы все продолжаем идти. Какие нехорошие звуки, однако, мне кажется, нас сажаются батарейки, фонарики, потому что
Свет становится все тусклее и тусклее, или просто у меня это галлюцинации. Ну ладно, мы продолжаем идти неспешным таким шагом. Ну это же обычная прогулка по лесу, ничего необычного здесь нету, думает наша главная героиня. Ведь у нее остальные нервы, и не только нервы, у нее остальные. Мы обходим какой-то зеленый дом, где живет бомж Кузьмич, и находим пятую записку. Да это уже совсем хорошо, еще 3 записки, и мы выиграем. Вот и сволочь, ах ты ж ты! Опять он там стоял. Так, где он? Он стоит справа. Отойдемте-ка налево. Отойдем. Он ушел. Да нет, он не уходит. Какого черта это, сволочь? Так, он налево. Давай, беги направо. Скорее, беги. Это что за чертовщина? Какого черта он там появляется? Да что ж это за гадость-то такая? Это просто какой-то пипец. Он не хочет уходить, он нас зажал. Ну, вроде бы все обошлось, и мы продолжаем идти направо, впритык, направо. Мы все идем, идем. Ничего мы не найдем. Итак. Интересно, тут можно как-то ускориться? Видимо, нет. Итак, похоже, это 6-я записка. Еще 2 записки, и мы выиграем у этой сволочи. Мы станем победителем в этой игре. Итак, мы обходим лес и. Нам еще 2 записки осталось. В принципе, не так уж и много. Сейчас мы, кажется, и выиграем в эту игру. Вроде Слендермаша нет. Мне кажется, он как-то сейчас неожиданно выскочит. 100% так будет. Мне страшно. Что? Как? Там же никого не было. Как? Ты... Итак, попытка номер 2. Я уже собрала приличное количество записок. Я уже не помню сколько. То ли 6, то ли 5. Но мы продолжаем идти дальше. Возможно, на этот раз там нам повезет больше. Это было просто неожиданно. Каким образом? Откуда-то он появился? Ага, вот ты, гад! Вот скажи мне, гад, где ты там был в прошлой попытке? Как ты там спрятался? Чёртова гадина, не хочет он никак уходить справа. Мне кажется, он опять нас сейчас поймает и анально покарает. Так, отойдем налево, чтобы он нас не заметил. Да он нас преследует. Ах ты, гад такой тощий. Это просто, черт побери, какой-то. Мне некуда дальше отходить. Конец пути, но вроде бы он исчез. Аллилуйя. Мы идем дальше. Мы продолжаем свой путь. Итак, идем вперед. Идем. И какая-то по счету записка. Давайте посмотрим. Это у нас записка номер 7. Еще чуть-чуть, и мы выиграем. Осталась последняя записка. Вот это да. Атмосфера накаляется. Давай, быстрее, девчуля, иди скорее. Найдем мы последнюю записку и закончим эту чертову игру. Итак, мы все идем, Слендермаша нету. Слендермаш, не появляйся, пожалуйста. Я не хочу умереть во второй раз. Итак, идем. Еще чуть-чуть. Идем. И какого черта? Это просто эпик фейл. Эта игра не хочет проходиться. Вот вы сами видели. То нас убили, то она сама вылетела, когда мы были близки к победе. Ну что ж, на таком крайне эпичном моменте давайте завершим это прохождение. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не ходите в лес ночью. Всем счастья и добра. До свидания.